Следующей монадой, с которой нам предстоит познакомиться, служит монада Reader. Монада Reader представляет собой монаду, эффект которой заключается в следующем. В процессе последовательных вычислений мы можем обращаться в любой момент этих вычислений к некоторому общему для всех вычислений константному окружению и оттуда считывать какие-то значения. То есть это вычисление, происходящее в каком-то контексте. Reader как раз читает этот контекст. Иногда эту монаду еще называют environment, монада окружения. То есть буковка E и буковка R используются для типизации этого самого окружения. Ну, естественно, маленькая буква. Наша монада будет параметризована этим окружением. И в качестве простейшей монады Reader мы можем использовать некоторую конструкцию, с которой мы уже сталкивались. Это функциональная стрелочка со связанным аргументом. Мы помним, что такую функциональную стрелочку со связанным первым аргументом мы могли сделать представителем класса типов функтор. Оказывается, мы можем сделать его представителем класса типов монада и использовать как раз для тех целей, которые я описал. У нас получится простейшая Reader. Давайте посмотрим, как это делается. Вспомним сначала, каким образом наша функциональная стрелочка со связанным одним аргументом была сделана представителем класса типов функтор. На самом деле, для того, чтобы задать представителя класса типов функтор, мы должны описать единственную функцию, функцию fmap, которая поднимает вычисление в некоторый контейнер f. В нашем случае в качестве f служит как раз вот эта вот связанная функциональная стрелочка. Буковка e здесь как раз означает environment, окружение. Если раскрыть f здесь и здесь, то мы получим как раз вместо f подставляем e стрелочка и получаем вот такую вот конструкцию. То есть у нас функция ab как бы обогащается окружением. Вместо функции ab мы получаем возможность сделать функцию, поднятую в этот самый контейнер. То есть мы берем функцию из e в a и получаем функцию из e в b. То есть вычисление поднято у нас в контейнер. Вот эта идея того, что мы можем environment, окружение, прицепить к некоторой функции, она расширяется на случай монад. Но прежде чем выполнить это самое расширение на случай монад, давайте еще подробнее уясним, как работает fmap, что такое здесь окружение и почему это действительно называется окружением. Давайте вызовем нашу функцию fmap, отобразим функцию возведения в квадрат. Это наша произвольная функция, которая в map приходит. И нам нужно еще некоторое вычисление в окружении. Давайте мы в качестве второй функции передадим сюда функцию, ну, например, length. Как мы помним, функция length, это функция, возвращающая длину списка. Поэтому, поскольку аргумент функции length описывает нам окружение, то в нашем случае, в случае вот такого вот использования функции fmap, окружением является список. Если мы спросим про тип получившейся функции, мы увидим, что у нас эта функция из списка в int. То есть функцию возведения в квадрат, функцию из int в int, с помощью fmap мы превратили функцию из окружения в int. Собственно, вот это и есть наш результат. Мы вроде бы fmap применили ко всем аргументам, но поскольку у нас в качестве возвращаемого значения служит стрелка, у нас появляется третий дополнительный аргумент. Это как раз то окружение, которым мы все инициализируем. То есть мы подняли наше вычисление вычисление в окружении, в некотором окружении списочном. А теперь мы можем выполнить это вычисление, запустив его на некотором окружении. Ну, мы можем взять любой список, там, скажем, список 1, 2, 3. Что делает наша конструкция, с которой мы работаем? Она берет длину списка и возводит ее в квадрат, потому что на самом деле реализация — это всего лишь композиция, реализация функции fmap. В данном случае список имеет длину 3. Мы инициализировали наше вычисление в окружении некоторым окружением, списком 1, 2, 3, и нам вернулся результат этого вычисления,
Да, ну мы пока ничего не запускаем, мы просто выяснили тип. Вот теперь, если убрать типизацию и запустить вычисление, мы как раз получим тот самый результат, который ожидается. То есть длина списка возвелась в квадрат. Но вот эта конструкция, она представляет собой вычисление в окружении, и монада, монада Reader, как раз и будет предназначена для того, чтобы строить цепочки таких вычислений с некоторым подразумеваемым окружением. Давайте перейдем к реализации нашей монады. Первое, что нам нужно сделать в монаде, нам нужно, конечно, написать оператор Return. У оператора Return, как мы помним, тип из A в нашу монаду A. Но в данном случае в качестве монады служит функциональная стрелка со связанным окружением аргументом. Это как раз окружение. Поэтому тип функции вот такой вот. A, E, A. Скобки, в принципе, можно убрать. В реализации монады, конечно, тип функции писать нельзя. То есть, если бы я делал честную реализацию, а не просто описывал, как устроено это все в стандартной библиотеке, я бы такого писать не мог. Но и должен был бы закомментировать этот тип функции. Но, тем не менее, при подстановке вместо M в прототип функции return, мы, как E-стрелочка A, мы как раз бы получили вот такой вот тип. Из типа этой функции, в принципе, ясна ее реализация. Она принимает аргумент, два аргумента, и возвращает свой первый аргумент. То есть что делает функция return в этом случае? Она просто игнорирует переданное окружение и возвращает x. У нас было значение типа x, мы получили функцию из окружения в значение, как раз то, что нужно. Произошла упаковка в нашу монаду, но окружение полностью игнорируется. Но мы помним, что return должен иметь тривиальную природу, он самым простым образом должен упаковать значение в нашу монаду. Здесь самый простой образ такой: x не интересуется окружением, и получается функция константная, которая независимо от окружения возвращает нам x. Теперь давайте обсудим, каким образом устроен связыватель bind в нашей монаде. Ну, здесь тип следующий, тип связывателя. Мы должны просто взять честно и в типе bind всюду заменить все на окружение. Я не буду уже последовательно выполнять все эти действия, можете самостоятельно их сделать, взять настоящий тип bind, универсальный, с буковкой M, и всюду, где вы встречаете буковку M, заменить M на вот такое выражение, а потом раскрыть его в инфиксную форму. Получится следующая конструкция. Здесь лишние скобки я поудаляю, и вот я получаю следующий тип. Во-первых, из-за того, что у меня возвращается функция, у bind становится не два аргумента, как обычно, а третий вспомогательный аргумент, это как раз окружение. Собственно, мы оператор bind так и будем описывать. У нас есть два аргумента, а вот этот третий аргумент окружения, который вот здесь вот передается в самом конце. То есть мы связываем два вот этих вычисления и получаем вычисление. Так же, как помните, мы здесь конструировали какую-то конструкцию, а потом в самом конце передавали окружение. И здесь тоже связыватель дает нам функцию из окружения в наш целевой тип. Если у нас длинная цепочка связывания, то в любом случае в конце остается вот такое возвращаемое значение. То есть когда мы запускаем вычисление в монаде Reader, мы как раз обеспечиваем окружение и получаем результат. Ну, теперь как работает этот связыватель? На самом деле он работает очень просто. Мы берем, поскольку у нас все вычисления требуют в качестве первого параметра окружения, в качестве последнего параметра окружения, мы ровно так и делаем. Мы берем наше M, он требует окружения в качестве единственного параметра, передаем туда окружение, это наше первое вычисление, которое стоит слева от связывателя. Дальше берем стрелку Клейсли, передаем в него вот этот вот результат типа A, который у нас здесь получается после применения M к E. И опять же окружение. То есть окружение всегда передается, но здесь мы как раз описываем, что оно передается. А при использовании нашей монады оно будет передаваться неявным образом. И дальше стрелка Клейсли вычисляется, получается у нас значение типа B. Но дальше мы абстрагируемся по E, и вот все это выражение, которое у нас здесь, имеет как раз тот целевой тип, который требовался. Итак, вот так вот реализована монада Reader. Это простейшая монада Reader, сделанная с помощью
сечение функциональной стрелки по своему левому аргументу. Давайте посмотрим, как могут писаться функции внутри этой вычисления, внутри этой монады. Давайте реализуем с помощью монады reader функцию, которая зовется saveHead. В качестве окружения у нас будет выступать список. То есть список передастся в качестве параметра. И более того, он будет передаваться в качестве неявного параметра для всех вызовов функции. Вот перед нами реализация функции saveHead. Давайте посмотрим, как она работает. Во-первых, мы запускаем монадическое вычисление. Во-вторых, мы, поскольку мы говорим, что наше окружение будет список, то мы можем писать любые списочные функции, подразумевая, что в качестве аргумента этот неявный параметр будет передаваться. Вот у нас есть функция null, которая проверяет наше окружение на пустоту. Функция null — это функция стандартной библиотеки, которая берет список и возвращает нам булевое значение. Если список пустой, она возвращает истину, в противном случае она нам возвращает ложь. Вот у нас из функции null вынимается значение булева и проверяется дальше. Если булево значение имеет значение истина, то есть список пустой, то тогда мы что должны сделать? Наша функция saveHead, это безопасная функция, которая возвращает голову списка, должна либо возвращать nothing в случае пустого списка, либо just значение головы списка в противном случае. Итак, если список пустой, то мы просто возвращаем nothing, мы пишем return, потому что сейчас мы находимся в некоторой монаде, и любая строчка должна иметь значение в этой монаде. Null имеет значение в этой монаде, потому что это функция, стрелочка, и тип null — это стрелочка со связанным первым аргументом с аргументом списка. Haskell автоматически понимает, что мы находимся в монаде, reader, если мы спросим про тип функции saveHead, то тип этой функции вот такой, вот из окружения стрелочка maybe a. Хотя он не трактует это как монаду, тем не менее он понимает, что мы вычисляем некоторые монады, и стрелочка, связанная с первым аргументом списком связанным, это тип нашей интересующей нас функции. Теперь давайте продолжим наш разбор. That ветка else требует двух действий. Если у нас список не пустой, то мы запускаем опять вычисление в той же монаде. Та же монада должна быть по типу, но здесь как раз применяется функция head, которая в качестве аргумента принимает список. Мы вынимаем возвращаемое значение функции head, связываем его со значением h, и дальше это уже голова списка. Здесь вызов head безопасен, потому что список не пуст, и мы упаковываем это самое h в контейнер just и возвращаем результат, упакованный в контейнер, стрелочка со связанным первым параметром, то есть в монаду reader. Как мы видим, никакого слова reader здесь пока не присутствует, тем не менее, это некоторая специальная монада, которая обладает таким поведением. Все вычисление здесь монадическое и ведется в монаде reader с окружением типа список. Ну, давайте запустим нашу функцию saveHead, продемонстрируем, что она работает как нужно. Когда мы запускаем ее на пустом списке, возвращается nothing, отрабатывает первая ветвь if then else. Когда же мы запускаем ее на непустом списке, то у нас возвращается голова этого списка, упакованная в контейнер just. Мы можем реализовать эту функцию следующим образом, так как мы здесь сделали, обращаясь к окружению с помощью некоторых функций. Однако мы можем поступить немножко по-другому. Мы можем сразу достать окружение наше, то есть интересующий нас список, и выполнить всю ту же самую работу, но немножко в другом виде. Вот функция saveHead' немножко более короткую реализацию имеет. Она говорит, во-первых, обращается с функцией id. Функция id, обращенная к окружению, возвращает нам это окружение, то есть целевой список. То есть e у нас здесь, environment, связывается с целевым списком. И дальше мы этот целевой список используем для проверки,
ну, на null с помощью функции null, и мы обращаемся с функцией head, чтобы получить в безопасной ветке голову этого самого списка. То есть реализация вторая и реализация первая нашей функции saveHead, они совершенно идентичны, но немножко по-разному работают с окружением. Тут мы окружение подразумеваем в любой функции, которая связывается на самом деле байндером, полноценной функции bind, оператором bind. Здесь же мы окружение один раз добываем и дальше используем по ходу цепочки вычислений.